Во вторник в Самарской области ожидается ясная погода, осадки не прогнозируются. Чуть похолодает. Дневная температура 0 плюс 2 градуса, ночью 5-7 ниже 0. Ветер северных направлений, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани безоблачное небо, без осадков, днем плюс 2 градуса, ночью минус 6. Ветер северный, скорость 1 метр в секунду. В Тольятти ясно, днем плюс 1, ночью минус 5 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду. В Самаре ясная погода, без осадков, температура днем 1 градус выше 0, ночью минус 7. Ветер северного направления 1 метр в секунду, атмосферное давление 772 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле возмущенное, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.